Всем привет, с вами месье Иван, и сегодня мы будем лазить по деревьям. Тут будут вот такие примерно нитки, на которых мы будем лететь над рекой, над озером. И сейчас мы оделись, и надо подождать других людей, пока они оденутся, для того, чтобы нам все объяснили, как делается, и мы пойдем лазить. Si je fais n'importe comment, ça ne fonctionnera pas. Je mets bien sur le haut et là, ça roule. Ensuite, je prends le deuxième et bien sûr, je l'accroche aussi. Donc, c'est exactement pareil. Je le frotte bien sur le haut et là, il rentre dedans. Вот мы находимся уже на первой лазилке. Так как мы тут были, мы выбрали сразу три звезды. Сейчас я тут еще не был, поэтому сейчас буду подойти. Как дела, Иван? На этом не брохнись, за 2000 метров. Сейчас мы находимся на вот такой платформе, и я полечу туда. Ну, готовы? Я готов. Полетели! Вау, вот эта скорость, приблизительно 180 км в час. Сейчас мы полетим на одной из длиннющих пирамид. Полетели! Страшно, наверное. На самом деле вот-то нифига не страшно. Так красиво так. Мы сейчас мы полетим на самой длинной тироленте. Полетели! Все, Вань, ползи давай. Не доехал.
хотя бы тащить нас. Я под одним тайцем. Да. Блин, круто, слышно все. Давай, магнится. Переворачивайся, складывай свой телефон. Он теперь будет так с телефоном висеть. Ура. Ну так тяжело. А что теперь делать? А теперь надо... Давай, Вань. Не, ничего не надо, я долезу просто и все. Ю-ху! Вон рыба. Ничего себе. Где-то 4 метра в длину и килограмм 300 веса каждая. Мне так кажется отсюда. Ну как? Ну хорошо, ну 3,5 точно. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был Миша Иван. Всем пока!